Новости Info One отмечают первый год успешной работы на телеканалах One TV и Star TV. За год с момента запуска новостные программы этих двух телеканалов, принадлежащих компании SFH Media SRL, смогли зарекомендовать себя как надежный источник информации. Согласно данным официального измерителя телеаудитории, новостные программы One TV привлекли в общей сложности впечатляющее количество зрителей – 1 286 802, что составляет 55% от общей аудитории в Молдове. В то же время новости Star TV достигли общей аудитории в 1 242 105 зрителей, что составляет 53% от всей телеаудитории. Данные также свидетельствуют о постоянном росте популярности новостей, транслируемых на этих двух телеканалах. Этого успеха удалось достичь благодаря профессионализму и самоотдаче команды, которая ежедневно трудится над тем, чтобы предоставлять зрителям качественные, объективные и актуальные новости, соответствующие интересам общества. Команда Info One благодарит всех зрителей за доверие и остается приверженной своему обязательству объективно и беспристрастно информировать жителей Республики Молдова, соблюдая все журналистские стандарты. К нашему успеху причастен каждый зритель.